Дружище, я матерюсь, так что 18+. Всем привет, с вами Дэрил Уинзер. Сегодня продолжаем игру Subnautica. В прошлый раз мы... Что мы сделали? Компас сделали? Вот, замерзает. Да, и нас тут можно переименовать. А это снег. Наткнулись на какую-то странную дамочку. Новая станция. Очень много здесь предметов, которых можно изучить. И новых... Фрагмент строителя. Вот это то, что надо. Биореактор открылся. Так, здесь у нас тепло. Все, я могу теперь базу строить после вот этого места. Так, хорошо. Дай-ка я закрою. Ну, прикол, конечно, ничего не даст. Ну, в том смысле, что тут дыра. Еще много разных чудовищ встретили. Акулы там, все такое. О, играл музыкальный автомат. Неплохо. Энергопередатчик, офисный стул. Я в прошлый раз говорил, что в этих местах мы надыбим очень много интересного. Вторжение пришельцев, скорее, вторжение жуликов. Короче, новая запись. Чё так темно? New blueprint synthesized. Так, стойка. Это до сих... А, это до сих пор светится. Карта комплексов Альтеры. Карта пригодится. Я могу найти дорогу до центра роботехники Фи, где работала Сэм. Метку, что ли, поставь туда? Смотри, 25... Нет, не поставил метку. 25 чертежей новых. Так. Аптечка. Это мне надо. Вода, хлеб. Что-то можно изучить. Настенная полка. Понял. Я все равно пока базу не буду строить нигде. Максимум я шкафчик поставлю себе парочку. Для удобства. Вот таких. А то, блин, ну реально я не знал, как крафтить шкафчик. И это не очень весело. Так. Медленно иду. Так, можно что-то изучить. Что? Поврежденная модификационная станция? А далеко же, ты как так изучаешь? Кровать Джеремии. Так, возьмем. Кровать Фреда. А в чем разница? Стоп, подожди. Типа они вот так будут этот, не застелены? О, плакаты. Это мне надо. Это я у себя дома повешу плакаты. Так, что-нибудь еще есть? Шторки бы дали. Блин, ночью здесь красиво, конечно. Это не Аврора вроде, это Меркурий 2. Нормально. Ничего нет. Тут обычно на кроватях были шкафчики. Вот здесь. Типа открывались. А может я вру? Я не помню, если честно. Я давно первую не играл. Так, вращающийся стул. Все, будем на Титане. И что там? На каких-то, короче, ресурсах будем все создавать. ПК Альтеры. Картинка в рамке. Открыть бритвенный набор. Взять бритвенный набор Фреда. И зачем мне это надо? А, вот они еще шкафчики эти. Стоп. Настенные полки. Много всякого добра собрал. Все, что ли? В этом месте... Все. Валим отсюда. Джеремия Мургл. Че? А, именная табличка. А че, прям наводиться, что ли, надо? Че за фигня? Ну, там информация, запись в базе данных что-то пишет. Блин, это на самом деле не очень приятно. Суши, кстати, больше, видишь, чем море. А может... Короче, не знаю, надо изучать игру. Просто ходить и изучать.
Так, теперь давай сходим. Эти я осмотрел по факту. Открыть ящик данных. Комната сканирования. Находит ресурсы и обломки в радиодействии. Ура! Ты чё? А, это снег. Короче, комната сканирования — это вообще самая полезная комната. А если еще улучшить? Она тебе просто будет на карте через компас или что там показывать все, что тебе нужно найти. Так, птичка, птичка, птичка! Тихо. Вы заебали, а? Я изучить хочу птичку. Вон, птички есть. Собака. Ну! Небесный скат. Написано было. Там 30% где-то. Так, пока дверь открою. В это место. Да, кстати, с открытой дверью даже тепло. Эммануэль Джардейн. Пока не могу. О! А вот это я не могу, что ли, изучить? Могу, наверное? Нет, не дает, смотри. Вообще не дает. Сейчас бы по-хорошему не застрять в этих местах. Как их изучить? Незаметно, чтобы меня не тронули. Ну, блин, не тронули, а этот. Дали изучить, короче, себя. Сколько я уже изучил, а? Помогите. 40%. Ну, ё-моё. Ага. Небесный скат. Ага. Ну, ё-моё, вы издеваетесь, что ли? Я так никогда не изучу их. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Есть! Наконец-то. Так, пошли внутрь. Джеремия, как-то там у тебя. Эммануэль Дежарден. Это француженка, что ли? Неплохо обставлена. Наверное, это кто-то из высших чинов. Аквариум. Да тут есть все, чтобы комнату офигенную себе забабахать. Кровать Эммануэль. Кстати, у нее заправлена, и я, наверное, лучше ее буду крафтить. Все? Так, горшок. Сейчас стол по-любому, да? Ну, конечно. Стол директора. Ха-ха. В натуре. Записки. Сэм в самом деле действовал на нервы начальства. Не думала, что она на такое способна. Ну-ка, я изучу эту штуку, прикольная. Как она? Ну ладно. Надо записки прочитать. Так, все. Ой, записок очень много. Вторжение пришельцев. Парван. Еще раз говорю, я не мухлюю, Сэм. Тогда какова твоя теория? Что происходит? Если вы меня спрашиваете... Если вы спрашиваете меня, то за это много... Много моргает. Думаю, это сигнал. В этом есть смысл. У меня аллергия. Аллергия? Ой, в этом ледяном секторе что-то зацвело? Жар лилии. И если вы ополчитесь на меня, клянусь, всех повольнее. Ты мне даже не начальник. Какие вы легковерные, ругаетесь друг другом, а тем временем гляньте на Парвана, просто посмотрите на него. А что я делаю? Я ничего не делаю. Так, давайте голосовать.
Те, кто думает, что аллергия Z это тяжелый случай алиенита, скажите пришельц. Пришельц, пришельц, пришельц. Дани. О, тут я просто наблюдатель. Я использую пропуск. Это что, какой-то заговор ученых? За это Сэм, Даниэла. Вы все трое внезапно спелись. Или, как я сказала, Парван мухлюет. Я начинаю жалеть, что не мухлевал. Большие новости. Доброе утро, морозная стая. Просто небольшая сводка новостей о важных достижениях и подвигах приоритетов. С некоторыми вам нужно ознакомиться. Проект Пингви Крылов Шпионов имел оглушительный успех. Позвольте присоединиться к поздравлениям в адрес Саманты Айю, которая будет переведена на Аванпост 0. Помогать нам в будущих инициативах. Поздравления также в адрес Даниэлы Валенти и ее команды в лаборатории Омега. Закрытие центра ФИ означает, что столь важное финансирование будет перераспределено на исследование бактерии Хара, которая имеет важные позитивные последствия для всех биологических наук. Вы все делаете исключительно успехи, я не хочу ничего обещать, но штаб-квартира это заметила. Продолжайте усердно работать и скоро, думаю, начнем обсуждать бонусы. Пернатое проклятие. Журнал техобслуживания башни связи. Новый день, новый щелчок по носу от пернатых фурий. Как обычно, сработала сигнализация о помехах. Как обычно, я пошел наружу посмотреть, в чем проблема. Как обычно, это были мерзкие сталагмиты птичьих экскрементов. Я опасаюсь, что это скажется на моей карьере, если я скажу это официально. Словно это можно назвать карьерой. Но готов покляться, что они мстят лично мне. Когда я неделю провалялся с гриппом, я вернулся и не нашел на башне ни пятнышка. Парван рассмеялся, когда я спросил его, как он ее чистил. Дурак я, как будто Парван стал бы что-то чистить. Мне не остается ничего, кроме как прекратить борьбу. Я знаю, что птицы именно этого добиваются. И я наладил башню, работу башни, техобслуживание завершено. Развлекаюсь. Дженни, ты не поверишь, какие приключения я тут переживаю. Это прямо как в детстве, когда мы в подводный город, играли в подводный город, только морские чудовища здесь непритворные. А мне не нужно прятаться за тебя, когда кто-нибудь из них проплывает. Потому что я в безопасности в моем мореходе. Безопасности и потому очень-очень храбрый. Расскажи об этом папе, пожалуйста. Большое спасибо за набор для усов, кстати. Честно говоря, сперва я сомневался, не шуточно ли это подарок. Ухаживать за собой будет сложновато, и, как тебе известно, я вообще не особо прихотливый. Но ты бы удивилась, насколько полезен воск для усов в экстренном случае. Бывали и передряги. Некоторое время кто-то портил мой мореход, и мне казалось, что я вижу что-то странное. Но мой друг Сэм помогла мне разобраться, хотя недавно у нее самой начались проблемы. Честно говоря, я тут становлюсь иногда очень беспокойным. Но думаю, это нормально, учитывая обстоятельства, и без риска не обойтись, верно? Мне следует радоваться, что у меня такие замечательные друзья и хорошая оплата. В общем, люблю тебя, Дженни, и папу. Пожалуйста, найди способ сказать ему об этом так, чтобы не смутить его. И не волнуйся, я ищу идеальную рыбу, чтобы привезти в качестве сувенира. Твою любимую. Да-да, кто тебе разрешит этот рыбу инопланетную вывозить? Так, карта комплекса Фальтеры. Станция Дельта. Я уже забыл, как эти. Вот это Альфа вроде. Ладно, Дельта, штаб миссии, связь и логистика, центр роботехники ФИ, инженерия и роботехника, Аванпост 0, ксенобиологические исследования, шахта КОПА, раскопки материалов, лаборатория Мега, биологические исследования засекречены. Короче, эти четыре точки я должен буду изучить. Ну, возможно, я уже
штаб миссии. Дельта. Вот она, наверное. Так. Жаль, нельзя отдельно карту поставить. Хера себе, Джереми Мургл. Джеремия Мургл. Техник подчиняется Эммануэлю Дежардену. Текущий проект обслуживания башни связи. Ага. Фред Лашанс. Так, ИТ курьер, IT, точнее, наверное, курьер и специалист по техническому обслуживанию подчиняется, ну понятно, разные у него текущий проект. Эммануэль как раз таки директор. Дежарден. Сотрудник отдела кадров и коммуникаций подчиняется штабу Альтера. Ясно. Так, исследование. Коренные формы жизни фауна. Фауна травоядные. Небесный скат. Присутствие может указывать на сушу неподалеку. О, клево, они, короче, своего рода чайки. Да, если их увидел, значит рядом суши где-то. Прикольные, кстати, птички. Так, что тут еще? Техника. Очень много техники открылось. Снаряжение. Музыкальный автомат. Понятно. Элементы жилища. Аквариум. Комната сканирования. Модификационная станция. Цветки и горшки. Понятно. Энергетика. Биореактор открыл, что ли? Серьезно? Ну-ка, давай проверим. Биореактор, кстати, тоже полезная штука. Так, расширенный комплект проводов я вижу. Термос вижу. Что тут еще? Мне бы акваланг получше. Так, строитель тоже надо будет делать. Однозначно. Тут все. Дальше пошли. Сборщик трансфер пока нет. Термоклинок. Нож батареи. Сделаем. Жарит и стерилизует мелкие органы, делая их пригодными к немедленному потреблению. Блин, соленая лучше, мне кажется, но пригодится все равно. Дрон-камера, это понятно. Это тоже понятно. Магнетит, пока не знаю. Микросхема. Кстати, микросхема наверху есть? Есть. О, как раз коралл не зря собирал. Что тут еще? Корпуса, люк, укрепление корпуса, литий. Ну, как всегда, старые знакомые, этот, соединение. Энергопередатчик увеличит дальность действия источника питания. Солнечную панель наверху делаешь, проводишь провод через энергопередатчики до базы. Или биореактор просто ставишь, заряжаешь чем-нибудь. Зарядное устройство батареи, вот тоже полезная штука, самая полезная. Динамик, музыкальный автомат, охуеть. Двойная кровать, одинарная, синяя. О, синюю тогда лучше, Фреда, которая... Игрушка директора на стенной полке. У меня шкафчик, кстати, только один здесь. А, нет, вот на стене шкафчик, и вот есть такой шкафчик. Короче, мои чертежи открыты и этот. Да. 50 вода, 35 вода, 25 вода. Vital signs stabilizing. А почему пескун не портится на суше? Не пойму. Так, это яйцо выкинуть хотел. Че? Где? Блять, я ж только что видел где-то изучение. А, обсерватория. Дальность захвата сканера местами неплохая. Сильно, долго изучает. Мотивационный плакат. Записка. Горшок для растений. У меня вроде он был. Или это другой? Все, что ли? Так, ладно. Давай прочитаем, что тут. В принципе, я тут уже все осмотрел. Такого особого. Долина вместе. Эммануэль. Так, Давид, ты будешь счастлив узнать, что морская стая делает изумительные успехи. Должен сказать, мой стиль управления, очевидно, идеален для изолированных планет. Конечно же, я скучаю по тебе, но мне интересно, чувствуешь ли ты себя так же? Как бы нам...
как бы нам ни было хорошо вместе, порознь нам ничуть не хуже. Только глянь, как здорово выступила Просперина на последней выставке. Мне жаль, что я не смог увидеть это воочию, но я не сомневаюсь, что будь я там, я бы только заставил ее нервничать. Когда эта миссия закончится, я вернусь домой на целых несколько месяцев, а потом, как ты смотришь на то, чтобы реорганизовать наши ожидания в сторону успешности долгосрочных расставаний. Я правда думаю, что это станет отличной моделью дальнейшего движения для нас, как в романтическом, так и в ином смыслах. Не забывай, я люблю тебя всеми фибрами своей души, продолжая преуспевать в своих проектах. Ты же знаешь, ничто не привлекает меня больше. Все. Так, горшок. Что-то новое появилось, не понял. 4 что-то новое. А, обсерватория угловой стеклянной и обычной стеклянной появились. Хорошо, а еще что? И эмалевое стекло появилось. Поехали. Чего еще тут есть интересненького? Мне кажется, или... Из-под воды даже пар выходит, я офигею. Ладно, пошли на вышку. Там вышка осталась. Да, там осталась вышка. А я могу сюда зайти? Это не ракета. Однозначно говорю. Воу, сквозь текстуры прошел. Не надо так. Не надо. Записка. Очередная новая записка. Пошли еще посмотрим, что тут есть. Спутниковое наблюдение. А что-то состояние. Забрал. Так, тут все. Просто пробегусь, пока не замерз. Окончательно. Это батареи, скорее всего, большие для станции. А я внутрь могу залезть? Наверное, нет. Давай вернемся, согреемся тогда. 11 градусов. Так, успокойся. Я пока почитаю. Так, ушел рыбачить. Журнал техобслуживания башни. Ладно, в этот раз птицы зашли слишком далеко. Не знаю, что они едят, но когда оно выходит с другого конца, оно очень едкое. Мне придется поменять проводку. Мне не хватает элементов для того, чтобы изготовить правильный провод. Так, я помню, что видел такие, когда нырял к тому старому кораблю. Я отправляюсь туда и смотрю, смогу ли я достать еще. Должно сойти для починки. Статус техобслуживания в процессе. Короче, там птицы что-то чудят ему. Кислотой, что ли, плюются? Так, отчет спутникового наблюдения, сканирование региона сектор 0. Я в секторе 0, получается. Обнаружены две новые активные человеческие особи. Обнаружены несанкционированные странилища. Этот строительство жилища и передвижение транспорта. Рекомендация наблюдать и готовиться к возможному вмешательству. Это, скорее всего, меня там отметили. Поехали. Сейчас поднимусь. Надеюсь, не холодно будет. Батарейки потихонечку садятся. Я их полностью буду сразить, но только потом менять. Это выгодно. Все же? Да, поехали. Ну, допустим. Это я оттуда пришел. О, еще КПК. Порт модуля тестового режима. Что-то тут написано. То есть пока я не могу ничего здесь восстановить. Но, видимо, придет. Не разбился. Это хорошо. Пошли почитаем в теплом месте. А, вот теплое место, кстати. Вот так стану. Все, спасибо.
Так, руководство по эксплуатации. Изучение новых сотрудников. А, обучение новых сотрудников. Рекомендуется завершить все обучение, пока башня находится в тестовом режиме. Тестовый режим — это полностью функциональная имитированная версия рабочего режима. В тестовом режиме все передачи с вышки, включая сигналы бедствия, предупреждения, системы безопасности, шпионские передачи будут отключены. Чтобы перейти в тестовый режим, ставьте модуль тестового режима «Диагностический порт», как написано на схеме слева. После того, как модуль принудительно тестовый режим будет вставлен, команда «Активировать тестовый режим» может быть активна. Теперь вопрос, где мне достать этот модуль? Куда дальше идти? По факту, дальше я могу пойти вот по сигналу вот этой дамочки. Просто вариантов мало. Маячок можно забрать. Ну а чё, мне тут делать больше нечего, наверное. Или подожди, сколько маячков у меня с собой? 2. Можно прямо сюда маячок поставить. На эту вышку, чтобы я про нее не забыл. То есть смотри, если мне надо будет починить это место, я смогу сразу же, в принципе, это сделать. Так. Спрон аварийного снаряжения. Нет. Блять, как это место называется-то? Там было что-то написано, забыл. Вот здесь, скорее всего. Это не то. Бляха, я... Или он? Нет. Я потерял запись. Ладно. Я сейчас знаю, что сделать. Там же написано на том маячке. Смотри. На карте. Причал станции Дельта. Станция Дельта, просто напишу и все. Ну, нет, вышка Дельта. Можно к стене прикрепить маячок? Вот, допустим, смотри. Беру в руки, сюда ложу. Могу? Ага. И написать. Вышка Дельта. Все. Написал? И чё, он работает вообще? Да, вышка Дельта работает. Все. Валим тогда отсюда. Мне вон туда надо. Причал Дельта. Придется спускаться аккуратно. Тут есть еще спуски? Просто интересно. А я в тот раз забыл про цветок. А в итоге бежал вот до этих комплексов, чтобы... Вы сами понимаете. Станция Дельта. Ну я вышка Дельта, я правильно написал. Ну правильно там. Известняк. Так, поедим, пока идем. А у меня нет жареной рыбы. Это ты, блин, а почему они не портятся? Вот то интересно. Ладно, воду попью. У меня еще одна бутылка осталась, и все. Дальше уже придется надеяться на самого себя. Так, вижу, забираю. А до туда сколько? 600 метров. Офигеть, мне туда-сюда придется, как проститутка, бегать.
Можно было бы какую-нибудь станцию построить. А где маячок? Вот здесь. Не понял. Прикинь, он под землю провалился. Тебя буду под землю провалился маячок. Ну-ка. Нету. Ладно, тогда мы его отключаем просто. Ну жалко, маячок потерял. Вернемся на базу. Можно включить? Что-то было, рука, отвечаю. Рука была. Ладно, нет, так нет. Поехали домой. Интересно, а тут киты остались? И давай-ка я сразу кое-что сделаю. Ножик сюда. Это детектор сюда. Я хочу кое-что найти. Соль. Отложение соли. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Это я сам всплываю, если что. Не видать соль. Вообще не видно. Хотя она бы пригодилась. Это что такое? Коралл полумесяц. Прикольно. Красота. Лепота. Так, тихо. Набрал. То с водой могут быть проблемы. А это что такое? Ты кто? Арктический скат. Смотри, какой красивый. Еба. Ля. Прикольно. Как же быстро воздух кончается. Натуре. Так, мне куда надо? Мне вон туда надо. Соль не вижу пока что. Похоже, ее не будет. Если я открою станцию этого сканирования, я могу, в принципе, что сделать? Я могу, в принципе, найти новый этот чертежи через нее. Нет тут соль ни хера. Ну давайте. Survival rate would be greatly enhanced with the construction of an underwater vehicle. Подводного транспорта, личные записи. What was that woman's problem? Так, подожди. Чем-то женщина была недовольна. Та, что в экзокостюме. Будто мне надо уточнять, какая женщина. Какого черта она была на этой планете? Забыла, точнее. Это не похоже на модное место для отпуска. Она достаточно хорошо знала местность, чтобы выполнить зрелищный выход прыжком с утеса. Значит, она уже тут... Она тут уже долго. Но... Как давно она за мной следила? Она сказала,
держаться подальше от нее, или вернее ее территории. Что она может защищать в этой промерзшей планете? Если только она не расположилась где-то лагерем. Хотя она знает про Альтеру. Встречала ли она Сэм? Следовало догадаться, что Альтера найдет способ подрезать крылышки Сэм. Как они точно сделали бы с моей работой после покупки Xenoworks? Я пытался ее предупредить, а она упрямилась, прямо как я. С самого детства я пыталась быть похожей на нее. Вздорнее, быстрее. Не такой пай девочкой. Но Сэм терпела бюрократию Альтера ничуть не более моего. Она лишь пыталась изменить их изнутри. Думаю, в конечном счете мы всегда хотели одного и того же. Так, исследование какой-то фауны. Арктический скат. Безобиден. Я так и понял, но выглядит он, конечно, немножко страшно. Немножечко. Но то, что он танцевал вокруг меня, это меня успокаивало даже. Так, все, это закрываем записи. Хер с ним. Тут тоже. Давай, короче, что мы сейчас сделаем? Нож улучшим наш. И, конечно же, я могу его улучшить. Микросхемы делаем, комплект проводов делаем. Это сюда. Две серебряные руды надо. Подожди. Комплект проводов. А, микросхема. Ну, короче, две меди, золото, медный провод. Так, золото есть, медь. Недостаточно. Еще одну медь надо, еще одно серебро надо. Да. Пожарю тогда рыбу. Хер с ним, раз нельзя. Термос надо сделать. А что в термос вообще можно добавить? Чай? Индийский чай. На-на-на-на. Чай-чай-чай-чай. Это, скорее всего, надо делать на этот улучшение. Танке улучшения. Так, значит, стекло возьму. И вот это возьму. Спасибо. Термос, да? Да, термос. Тут больше ничего нельзя сделать. Может, термос, типа, больше воды можно вместить? Как только я построю строитель, вот этот, уже станет легче. Так, еще раз. Комплект проводов, микросхемы. Ага. Два серебра, два коралла, золото и две меди. Одно серебро, одна медь. Да. Ну давай найдем. Серебро же надо. Его можно найти по... Нет. Аргентин. Шанс найти серебро. Во. Шанс найти серебро. Так, тихо. Где? Это ты? Блять. Не выпало. Или, если быть точнее, нету его пока. Так, тихо. Вот он. Да ё-моё, ты издеваешься, что ли? Ты? Да. Есть, серебро есть. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Подожди ты, медь ищу. Нету. Так, ладно, пошли наверх. Oxygen.
термос. Хранилище для напитков. Я могу вот так сделать? Нет. А как тебя наполнить-то? А? Как тебя наполнить? Эй. Напитков. Ладно. Может, потом догадайся. И ни хера не всплывает, оказывается. Не знал. Так-то мне нужна одна медь. Вот. Все, поехали на базу. Заканчиваем ролик. Выпуск. Термос надо будет открепить сейчас. Да, термос надо открепить. 1 километр. Километр? Ну да. Даже больше километра. Вместе. Начинаем. Так, 2 вот этих надо. Это я пока закину. 2 этих. 2 этих. 2 этих. У меня же 2? Да, 2. Относить. Блин, что-то еще надо было здесь. А, золото, все. Поехали. Комплект проводов. Медный провод. Микросхема. И строитель. Adding emergency shelter blueprints to your data bank. А за счет чего вы... With the builder tool, you can construct sea bases from raw materials. Advising against exploring a frozen water continent without a base. No bed, no storage, no place to put a fabricator module. No fun. Так, шансы на выживание значительно возрастут с постройкой подводного транспорта. Чертежи аварийного убежища добавлены в базу данных. Строительный инструмент позволяет строить морские базы из сырья. Не рекомендуется исследовать ледяной континент без базы. Ни кровати, ни хранилища. Некуда поставить изготовитель. Совсем не весело. Ни хрена себе. С подъёбкой прям, прикинь. Так, давай тогда... Раз мы уже тут, расширим нашу базу. Правой кнопкой, как и всегда. Ну, о чем мы хотели. Зато. Как узнать, сколько в этой базе этот потребление? Просто интересно. Ты не понял? Не понял. Что-то по-новому, кстати, выглядит. По-новому вообще. К этому шлюзу, видимо, нельзя присоединять, да? Или можно? Стоп! Подожди. Вот так, наверное. Нет? Нет. То есть, вот это вот... Как она называется, эта точка? А, это посадочная капсула. От нее вообще ничего нельзя строить. Так, подожди, как это нельзя? Не может этого быть. Даже это нельзя? Ебануться, смотри. Даже шкафчики нельзя построить. Я вообще в шоке. Тогда нам действительно нужна хотя бы маленькая комнатуха где-нибудь. Обязательно. Иначе мы тут скоропостижнемся. Убираю термос. Если кто этот ролик смотрел, объясните... Кем заправлять термос? Или точнее как? Для напитков каких? Термический нож оставляю пока что. Кстати, а еще делается? А, медь этот, нормально. Прекрасно. Его реактор, шкафчики. Ну, короче, пока да. Свинец, алмаз, если найдут, то супер. У меня все есть, в принципе. Ну, все близко. А вот алмаз... Алмаз, он, скорее всего, из чего-то выпадает, да. Какой-то жилы специально. Подожди, стой, плакаты я тоже не могу, что ли, поставить? Просто интересно. Не, ну смотри, плакаты даже не могу поставить. Это трындец какой-то.
Ладно, нет, так нет. Благодарю всех, кто смотрел это видео. Ставьте лайк, если кому-то оно понравилось. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы впервые тут. С вами был Дэрил Уиндзор. Всем пока.